Здравствуйте, товарищи! Хотелось бы высказаться по поводу замечательного выступления нашего премьера Дмитрия Анатольевича Медведева. Он вдруг сообщил, с хорошим настроением, что вот с помощью своего подчиненного Чущенко, который работает в аппарате правительства, собрались много тысяч актов советских отменить, которые никому не мешали, но, оказывается, они мешают. Хотя на самом деле эти акты потому и действовали до сих пор, что они очень важные стороны жизни нашей отражали, регулировали, и что если, так сказать, сразу из законодательства выпадет несколько тысяч актов, которые действовали, то ясное дело, что это повлечет всякие нарушения, всякие отступления, коллизии и прочее, прочее. Но самое-то интересное, что сам премьер акцентировал внимание на акте, который был издан в свое время в 1917 году. Это акте о 8-часовом рабочем дне. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 29.10.17 года о 8-часовом рабочем дне. Вот что сейчас сказал мой коллега, руководитель аппарата правительства. Вот даже первый акт, который был назван, это акт, который возник сразу после того, как большевики взяли власть практически. Да? То есть это акт от октября 17 года. Акт касается 8-часового рабочего дня. Почему я на это обращаю внимание? Нам нужно отменить действие актов. На самом деле вопрос о том, можно ли отменить этот акт, это вопрос исторический. Он не подлежит вообще решению никакого премьера, никакого, так сказать, государственного деятеля, потому что это факт истории. А история говорит о том, что сначала рабочие установили сами себе явочным порядком 8-часовой рабочий день, что отменить никак нельзя. Это факт жизни, надо только брать с них пример. Нынешний рабочий класс должен взять пример с этих рабочих. Вот хорошо, что премьер напомнил об этом, о том, как появился 8-часовой рабочий день. А что осталось тому премьеру, который у нас был, то есть председателю Совнаркома? Осталось только написать декрет и зафиксировать то, что было сделано явочным путем рабочими. Так что и современные рабочие, если они сделают 6-часовой рабочий день, а мы об этом уже неоднократно говорили, что это можно сделать без нарушения существующих законов, принятых в том числе и в то время, когда премьером или президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. И если будет это сделано достаточно широко, то государственные органы вынуждены будут констатировать этот факт и издать соответствующий закон. Так что надо просто знать, как делается история и как устанавливается право. Право всегда устанавливают сильные. Слабые никогда право установить не смогут. А сила у кого больше? У кого больше рабочих или собственников средств производства? У нас же рабочие не являются крепостными крестьянами. Это вот крепостной крестьянин принадлежал помещику, ему можно было продать, можно было его с семьей, без семьи, с землей, без земли продать, землю помимо него продать, а его оставить безземельным и так далее. А что принадлежат капиталистам? Только средства производства сейчас. И то они их просто, так сказать, отобрали у советского государства, или лучше сказать, отобрали у рабочего класса и крестьянства. Вот они отобрали, а у кого отбирают? У тех, кто отдает. Не надо было отдавать. Если хотите забрать обратно, забирайте. Что для этого нужно сделать? Создавать профсоюзы, вести соответствующую профсоюзную работу, партийную работу. Необходимо вести забастовочную борьбу, создавать советы. И это все зависит от рабочего класса, а вовсе не от того, кто у нас премьер. Все это не определяется премьерами. Тем более, выглядит это довольно смешно, то, что сделал Дмитрий Анатольевич. Давайте, может, посоветуем ему, чтобы он еще отменил постановление Государственного комитета обороны о перемещении промышленности на восток. Я не знаю, там в перечне документов есть этот документ или нет. Может, вернем обратно заводы оттуда, с Урала, из Новосибирска, завод снова запихнем в Сестрорецк, тем более в Сестрорецке уничтожили при власти товарища Медведева. Уничтожили хороший Сестрорецкий инструментальный завод. Так вернем из Новосибирска, давайте все будем возвращать назад. И надо сказать, что деятельность Медведева все больше концентрируется вокруг времени. Помните, он у нас передвигал
часы, лето, зиму, осень. И тут он тоже занимается временем. И он говорит, а в общем, можно и сейчас, а можно и завтра, а может быть, когда создадутся условия. Короче говоря, он не знает. А мы знаем. Что мы знаем? Мы знаем, что если народ чего-нибудь захочет, если трудящийся, так сказать, поставит своей целью, они этого добьются. Что я и желаю трудящимся России.